Здравствуйте, мои неимоверные, здравствуйте, мои богини, здравствуйте, мои звездочки. Ну что же, пришло время узнать, о чем хотят поговорить ваши души через квантовое таро. Прописывайте имена вашей пары в комментариях для того, чтобы информация шла конкретно о вашей паре. Давайте смотреть, о чем хотят поговорить ваши души. Ой, сложно, ой, тяжело, нет общения, нет разговора. Хотите полных перемен, хотите, чтобы вот эти вот страдания, переживания, разочарования вот ушли наконец, уже буквально уже, знаете, так на краю пропасти, вот спасли. Последнего издыхания. Ну, потому что любите друг друга, потому что не даете буквально друг другу уйти со своей жизни, своих мыслей, со своего сердца. Но вы стоите сейчас на пороге огромных перемен. Причем перемены будут колоссальные, причем перемены будут ошеломительные. Почему? Да потому что этот мужчина дан вам для того, чтобы вы были вместе, для того, чтобы вы были парой. Понимаете, как здесь на дне колоды идет туз кубков. И идет шикарная, да, пара. Свадьба идет, девчонки. Поэтому поздравляю вас, вы сейчас находитесь на этапе больших перемен, когда вот все страдания, переживания, разочарования, ограничения уходят. Вот счастье идет в вашу жизнь, девчонки. Вот счастье идет, потому что любимый идет, потому что будете вместе, потому что исполнится желание, потому что ваша жизнь изменится полностью на 180 градусов. Ну, серьезно, здесь даже добавить нечего. Я счастлива за вас. Принимайте, ставьте сердечко, пишите, принимаю, благодарю, во благо.